Всем привет, друзья. Смотрите, какой прикол. Вот у Лады Калины есть вот такие вот, так сказать, спойлеры, или как они называются, карнизики такие, ну вот на двери. Сейчас дождь прошел, да, смотрите, прикол какой. Смотрите, раз, вот, видите, раз, надпись. Надпись просто вытирается, вот, смотрите, вот она. Вот, краска с нее слазит, оп, оп. Вот такой прикол. Так что имейте в виду, вот такая фирменная фигня. Но это не от самого концерна Лада, да? Это как бы какие-то кооперативные, я считаю, кооперативные вот эти вот уже опции отдельные. Я отдельно купил это, вот приклеил. Вот такая вот фигня у этого производителя. Раз, вы видели, все прикольно, вот оно, подтирается все. Так что имейте в виду, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, всегда взаимка.